Я не знаю. Тихо. Что? Юль, не слушай этого. Я надеюсь, вы не против хорошей музыки. Мама звонит. Я все хорошо. Да. А они из какого города? У нас тоже бахает, это уже в Харькове. Нормально, к окнам не подходим, сделали громко музыку. А, тоже Юля рыдает, а я не понимаю. Пиздец.